По данным инспекторов, водитель автомобиля «Мерседес», 50-летний мужчина, на прямом участке дороги выехал на встречную полосу, в результате чего и врезался в «Ниссан». В иномарке в тот момент находилось двое детей, которых перевозили без специальных удерживающих устройств. К счастью, малыши получили только ушибы. Госавтоинспекторы в который раз обращаются ко всем родителям с просьбой перевозить юных пассажиров только в автокреслах и напоминают, такая халатность порой может стоить жизни.